Авария с участием мотоциклиста произошла сегодня днем. К счастью, участники ДТП покидали его на своих ногах. Несколько метров до светофора сыграли свою роль. Скорость, скорее всего, была небольшая, когда БМВ не заметил мотоциклиста. В итоге столкновения. Водителю мотоцикла понадобилась помощь скорой. Но буквально через 20 минут мотоциклист хромает, но идет сам. Виновник аварии на иномарке, кажется, не пострадал.